Мы сегодня прибыли на Орловское Полесье национального парка «Земля зубров» 1994 года. Такой сегодня хороший день. Здесь гостиница. Зубры нарисованы. Здание такое. Ой, красивое место. Машин очень много. Очередь. Такая. Такая площадка. Людей полно. Вот такая очередь. Комплекс. Идем. Так, начинаем осмотр парка. Вот смотровая линия, пойдем потом пруд. Ну и пойдем. Итак, начинается первый медведь. Подходим к Мишке. О, Миша. Они зубы такие. И вон там. Сел, позирует. Позирует. Ну что ты, Миша? Жарко тебе. Закрыли тебя. Один, наверное, здесь, да? Интересно, сидит лапки. А, еще один Мишка. Балдеет. Миша! Миша, что ты там делаешь? Смотри, сел и сидит, как кресло. Матвей, подожди, по порядку будем держать. Домик. Зуб какой. Огромный. Зуб. Смотри, не бойся, иди сюда. Смотри, какие у него рога. Рога такие. Что-то он какой-то худощавый. Да чего, он не худощавый, нормально. Подойди, подойди. Он просто не пушистый. Пушистый. Нет, переоденьте, наверное. К зиме они еще больше обрастают. Смотри, да? У него голова больше, чем ты его. Ну, какая голова огромная. Он привык к людям уже. Янтовидные собаки кушают. Что, мяско? О, они там дерутся, лисицы, серебристо-черные. Не поделят. А здесь писец. Тоже лапку едят куриную. Ой, а запах, конечно, стоит. Хотя и чистенько в клетках, но запах. Мам, а это кто, мам? Волк. Кто просил волка показать? Ром, это волк. Ну, два. Ай, лапочками. Смотри, какой своими. Большой. Папа волк, писец. Это писец вуалевый. Волк. Волк. Куда, розовый? Волк. Жалко ли вас, надо было бы его. Ну что ты, волк? Такой наивный, ты добрый. Волк. И здесь волк. Гордей, иди посмотри волчонка. Идите посмотрите, он маленький. А это лев? Нет. Как нет?
Как нет? Да. Это рысь. Рысь отвернулся от нас. Ну, сидит наверху. Это так позирует, да? Красиво. Кошечка. Ой, позевает. Умывается. Красотуля. А это бегает. Это лисица наша, брянская, бегает обыкновенная. Или орловская, или брянская. Туда-сюда носится, туда-сюда. Ну что ты, лиска, закрыли тебя. Это рысеночек маленький. Это... Ну, все умывается. Лисичка без ушка, а я не увидела. А, точно. Бирюза, да, вот бирюза, да, скорее всего. Бирюзовый цвет. Ну, взял бы, распустил нам хвостик свой. Спишь, что ли, там Лили спрятала голову. Куры кучинские, вот они. Кучинские. Ага, вот, я хоть посмотрела на кучинских кур. Во, какие они. Коричневые такие. И лапы вот так вот. Угу, кушают. Пони. Руки несут, руки проходят. Вот, все. Отходи, все. Пошли. Пойдем, пойдем дальше. Все, все, это уже нельзя. Архип, пойдем. Маленький. Аккуратно. Я накалю. Коза не хочет. Указывает. Морковка лежит, она не. Ну что ты, бородатый? А, какая борода у тебя? Тоже. Архип, иди покорми здесь. Давай иди, смотри. Давай яблочко. Кушай, смотри, да, ну он съест. Еще какие. Хвостик красивый, да? Красивый. Укусит за палец. Страус идет к нам. Ну, идем, идем. Назад пошел. Не хочет к нам подходить. Воображала. Ой, думает, смотрите на меня, как красавец. На подиуме. Модель. Вот як ходит. Ой, какой. Черный. Это молоденькие. Вот это як. Жаркое укрытие. Идут. Облезла. Ты смотри, какая шерсть у них прям свисающая. Жарко. И пошел. Ну-ка еще раз. Ну что ты? Разговаривайте. Ну-ка. Ну, сдайте звук.
Олень пятнистый. Пятнистый какой. Ай, что ты так плачешь? Вон они. А звук издают такой. Ага. Ой, какие рога красивые. Угу. Как будто покрашенные прям лаком. Ой, и вон сколько их много ходит. У него рога чем-то покрыты. Угу. И малыши идут. Они маленькие, разные он с маленькими рожками. Ну что? Что вы мне не даете ничего? Ничего нет у нас. Ой, как плачут. Где маленький? Здесь много. Да, я не знала, что они так пищат. Налет на рожках на них. Козёл там, Вероника, отойди. Вот это мой маленький. Я боюсь. Да не бойся, он же кушает, тебя облизывает. Не бойся. Он же язычком так. Стёп, ты кормишь? Я кормлю. А чем ты кормишь? Да, напугай. Смотри, кто-то подошёл. Конечно, голодные. Ты выбери, какому носку хочешь дать, вот носку. Это вот. Гадинца. Гадинца. Ходи, гадинца, там еще есть. Идите, маленький. Ой, малышки лежат. Ай-яй-яй. Видео включили. Поразговаривай. Еще. Давай, разговаривай. Так, вот как красиво. Ой, как красиво. Общаются, как они, да? Давай, да, рад был услышать. Вон, видишь, как кушает молочко у мамы, малыш. Где плачет? Ослик. Лошадка. Маленькая. Здесь верблюд, три горба. Один он стоит, а второй он лежит. Мы потонем тут. Вот этот может. Пулю. Давай, может, запитить. Отдыхает, лежит. Лошадь Пржевальского. Красавец. Скажите на мне на ушко. Лесной.
дедушка, лесной дедушка. Там стога с сеном навезли для животных. Вот сколько. Там дальше пруд. Идем к пруду. Там зубры пасутся. Лук полез. Какой звук издают, а там светлый. Там вдалеке светлый як. Ну и малышок какой бежит. К маме своей. А мама зовет, фыркает. Лебедь Шипун. А чё же он один тут? А там вдалеке. Потому что драчун, наверное. Не зря он называет лебедь Шипун. А, он еще вдалеке плавает. Вот он, еще один плавает. Thank you.